Так, с чего хочу начать? Погода онлайн, эх, дороги, время экономить. Почти 4 десятка авторских программ, а также новости, спортивные трансляции. Обязательный общедоступный региональный телеканал «Ветта-24» теперь точно во всех телевизорах Пермского края. С 29 ноября «Ветта-24» появится в первом мультиплексе цифрового телевидения на канале ОТР. Ну что, надо смотреть? То же самое культурные люди скажут и про гастроли Театра нации в Перми. Сегодня дают «Грозу-грозу» в театре-театре. Хотя говорят, что культурным людям достаточно сайт «Культура РФ», но Полина Рифа все же сходит на спектакль, потом расскажет. А я расскажу о том, чем еще интересна эта неделя. Московские аналитики сказали, что в Перми скоро может появиться новый формат общепита – фуд-холлы, как в Москве. Ну, это, конечно, интересно, но еще интереснее, что по их расчетам Пермь оказалась самым обеспеченным заведениями общепита городом среди российских миллионников – 4,3 точки на 1000 человек. В Казани – 4,09, в Нижнем Новгороде смешные 3,86. Ну, сейчас, в принципе, многие об этом говорят. Вот логотип Перми. Сплагиатели на конкурсе в Сыктывкаре. Там сейчас идет онлайн-голосование. И логотип этот сняли уже с конкурса. Да ведь имел неплохие шансы. Ну и раз уж мы о хорошем, нет, не о погоде, на этой неделе в Пермь приезжает главный российский Дед Мороз. А вот теперь о погоде. На этой неделе по преимуществу нас ожидает облачная, снежная, но теплая погода. Редкие прояснения синоптики прогнозируют разве что сегодня, уже с завтрашнего дня пойдет снег, а к пятнице потеплеет настолько, что, возможно, и дождь. Будет около ноля. Ну а к выходным и особенно на следующей неделе новогоднего настроения пермякам вполне вероятно добавит легкий, а может быть и не очень легкий снежок, который пойдет на территории региона. Надо сказать, что некоторое затишье в Перми с лихвой компенсирует история города. В эти самые ноябрьские дни в 1780 году вышел указ Екатерины II о назначении места для учреждения губернского города Пермского наместничества и наименований оного Пермью. 239 лет назад. Ну и к тому времени здесь уже кипела жизнь. Да она и сейчас кипит. Вот на этой неделе депутаты законодательного собрания снова будут обсуждать бюджет. Ну, как обсуждать? Скорее всего, принимать. По большей части, ведь в прошлый раз договорились. В любом случае, мы об этом расскажем. А с 29 ноября еще и на ОТР. Утром с 6 до 9, вечером с 5 до 7. В первом мультиплексе. Смотрите, где удобно. Хорошего дня. С 29 ноября смотрите программы телеканала «Ветта-24» на телеканале ОТР с 6 до 9 утра и с 5 до 7 вечера. Здравствуйте! В эфире телепрогноз на осень. На территории страны установился уверенный прием цифрового телевидения, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телеканалов. Они станут доступны утром и вечером на канале ОТР. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные помехи в телевещании. При возникновении любых неполадок просто зайдите в меню телевизора и перенастройте каналы. «Ветта-24» на ОТР. По всем вопросам обращайтесь по телефону горячей линии 8 800 55 00 503.